нам всем знакомого, движется к тренировке. Алло! Алло, Настя, ну ты где вообще, а? Ань, мы это, в метро с Касаткиной ждем Катю. Она это, сейчас подъедет, вот, буквально через 5 минут. Какие 5 минут у вас игра, через 15? Быстро! Кать, ну ты где там? Она говорит, через 2 станции будет. Ань, пойдем, а? Ну пойдем уже, а? Ну давай же вместе пойдем. Все равно мы уже на игру поставились, начнут. Как не начнут, ты понимаешь? Я-то вратарь, без меня никак, ты понимаешь? Побежали, побежали! Тем временем на стадионе «Луч». Блин, у нее абонент недоступен. Дмитрий Анатольевич, я вас умоляю, ну пожалуйста, ну выпустите нас вот в таком вот составе. Ну да, 5 человек, ну. Ань, я не понимаю, что с вами происходит. Я вам сейчас зачитаю техническое поражение. Дмитрий Анатольевич, ну пожалуйста, они уже бегут, они уже в метро, пожалуйста. Да ладно, черт с вами. А сейчас я хочу вам представить дуэт Кэпа и Зам Капитана под названием «Ты не слышишь меня?» Да, я не слышу ее, она не слышит меня. Кого-то объявили, да? Да, да, слушай, мне кажется, или мы любим Киркорова? Да, наверное. Хотя мы...